Всем привет! Привет-привет! Утренний эфир в рамках проекта «Корректура». Хотя не совсем уверен, что уж только в проекте «Корректура». Доброе утро! Так, 175. Вот это вот 175 граммов сырников. Да. Вот так. А это медок. Будет совсем немного. Итак, друзья, ваши вопросы. Ваши вопросы, мои ответы. Давайте. Задавайте, не стесняйтесь. Будем общаться. Как всегда, я буду жрать с утра. Мне тут обвиняют многие. Там, особенно когда я потом на Ютубе выкладываю видео. В прямом эфире это ничего, люди терпят. Ну, понимаешь, это прямой эфир. А на Ютубе-то привыкли, что там ролики-то подготовлены. И не догоняют, что это запись прямых эфиров. Но в основном-то записываю их когда разжу. Дыхательные упражнения. Так. Чуть бы более конкретно, что именно интересует в дыхательных упражнениях. Для восстановления, для медитативной практики, для увеличения оксигенации крови, упражнения дыхательные непосредственно перед стартом или выходом в ринг, или дыхательные упражнения вообще. Просто для поднятия мышечного тонуса и вообще всего. Ага. Зарядка. Угу. Упражнения дыхательные использую в обязательном совершенно порядке. В обязательнейшем. Регулярно, каждый день. Какую я, значит, использую дыхательную гимнастику? Отлично. Использую дыхательную гимнастику, которую сам разработал самостоятельно. На самом деле там она является компиляцией из разных видов дыхательных упражнений из японской гимнастики. Тайкокукен, цигун, йога там тоже присутствует. Есть элементы из тайцзюань, есть элементы из медитативной практики дзен. Вот, а есть чисто основанные на банальной физиологии, да, тела человека для того, чтобы максимально задействовать всю жизненную емкость легких. Основная задача моих упражнений, дыхательных, которые я делаю с утра, это проработать все отделы легких. Дело в том, что человек по жизни дышит ограниченно очень легкими. То есть использует очень малый объем жизненной емкости легких. В итоге, из-за того, что вентиляция легких идет в неполном объеме, в легких возникают застойные явления. Вот, кстати, это по поводу профилактики простуды и поднятия иммунитета. Когда в легких образуются застойные процессы, это как непроветренный погреб, в котором там в углах грибы, плесень, сырость и все такое. Вот если легкие с помощью упражнений полностью провентилировать во всех отделах, и верхушки легких, и низ. Кстати, можно проработать отделы селективно, относительно селективно. То есть и верх, и низ, и середину.
то это все хорошо вентилируется. А главное, что задействуется вся жизненная емкость легких и все структуры. И они тогда не подвергаются дегенеративным изменениям, потому что то, что мы не используем, организм это понимает как ненужное. И в итоге там начинаются там, как атрофические процессы, альвеолы, это пузырьки легочные, они там слипаются, им не дается слипнуться сурфактант там должным образом, но то, что они забиваются, спадаются, у них падает тонус, это 100%. И значит, в экстремальной ситуации даже, когда газообмен будет выше, и вы будете дышать, вроде как вам кажется, более сильно, все равно поверхность легких вся не прокачается. И вы будете испытывать определенного рода затруднения. Поэтому моя гимнастика, вот эта вот утренняя всякая, она и профилактическая, она направлена на то, чтобы максимально проработать все отделы легких и максимально задействовать всю газообменную легочную поверхность. Вот это главная фишка. Вот. Точно так же при простуде. Потому что в жидкости, которая накапливается в разных отделах легких, соответственно, при воспалительных каких-то процессах, когда затекает слизь через трахею в бронхи и так далее. Поперхнулся, прошу прощения. Вот. Говорят же, когда я ем, я глух и нем, а я же жру, ты говорю. Кто поет с набитым ртом, ты прожуй, ты пой потом, как было в рекламе. У меня так не получается. Вот. В итоге, что происходит? Легкие очищаются, по крайней мере, от всякой дряни. Что прямо или косвенно влияет на иммунитет. Видео. С дыхательной гимнастикой с моей видео я выкладывал с ее частью. Она небольшая часть это, но самая действенная. Там несколько способов, когда именно сначала идет дыхание животом, потом грудное дыхание, потом комбинированное живот-грудь, потом дыхание с особой, то есть гипервентиляция, это когда очень сильно раскрывается грудная клетка, и потом гипероксигенация на задержке дыхания. То есть там все это дело есть. Вот. Так вот. Можно посмотреть у меня на канале на Ютубе. А курс по этому поводу выйдет. Как раз вот, понимаете, ничего случайного не бывает. Вы задали вопрос, а только вчера я поставил себе в планы записать видеокурс на эту тему. Тема назревала очень давно. Не было времени. А сейчас оно, на это я готов время выделить. Потому что еще совокупный ряд факторов. Появился заказчик на эту тему еще. Поэтому будет очень классно, если я ее сделаю. Будет вообще классно. Так, давно выложили это видео? Давно. Теперь по макеваре. Вчера мне предлагали макевару Бадюкашилова Камертон. Изделие хорошее, но это палево. Потому что такое не покупаю. Но интересная формулировка. Бадюкашилов. Вы понятно, Бадюк тоже разрабатывал. Ага. Сейчас отвечу. Так, вчера мне предлагали макевару Бадюкашилова Камертон. Нет, на самом деле макевара Бадюкашилова есть такая макевара. Это маленькая портативная макевара Камертон, разработанная мною. Да. И она защищена сам тоже патентом, совершенно точно так же, как и Камертон. Разработана была специально как портативная макевара, продается очень давно и по России много распространено, несколько тысяч экземпляров. Кстати, это единственная демакевара, которая есть на всех континентах и материках. В том числе на Южном полюсе, в Антарктиде она есть. И у многих ведущих мировых специалистов, таких как и Морио Хигаоно, Стивен Сигал, Лиота Мачида. Вот. Александр Поветкин работает на ней. Даже видео есть всего этого дела. Вот. Так что эта макевара не палевная. Другой вопрос, что ее часто подделывают, но отличить-то легко. Во-первых, можно позвонить мне и мне написать. И потому что макевары, что Камертон продают только я. У меня нет никаких представителей. Вот только сейчас вот у меня формируется представительство в Бургасе, в Болгарии. И есть... В Украине, но Тоскон фирма,
Вот это тоже мой официальный представитель. Все. Причем они макевары не производят. Они продают мои макевары. Мои макевары производятся только у меня на производстве. Больше нигде. Никому не давал ни лицензии, ни патента, ничего. Мои макевары все имеют серийный номер, все до единой. Они уникальны, защищены голограммой, специальными наклейками. Но главное, у них есть у всех, у каждой, сам серийник. Этот серийник везде записан. И когда покупает человек макевару, заносится в историю, это значит, какая макевара продана какому человеку с каким серийным номером. Это мы знаем всех наших самих покупателей до единого. Если кто-то перепродает макевару, вы можете позвонить вот вам и сообщить, вот мне предлагают макевар, там вот такой серийный номер, она вот так вот выглядит. Присылайте фото, я говорю, да, это моя макевара, она вот у этого человека и все такое прочее. Без проблем. Это наше. Остальное все контрафакт и херота. Вот. По поводу Бадюка. Почему макевара Бадюка Шилова? На самом деле, ее название правильное. Это макевара боксерская Шилова, то есть МБШ. Она разрабатывалась для боксеров как альтернатива, но не полная. Настенной подушке, которую можно с собой везде возить и все. Но на настенной подушке таких вещей, как на этой макеваре, но отработать невозможно. Вот. А почему Бадюк? Потому что он был первым заказчиком, кто, поработав на макеваре Камертон, сказал, вот я хочу такой же, но только чтобы можно было в багажнике машины возить. И попросил меня разработать что-то поменьше. Ну и вот из-за этого, что он был им идеологом как бы создания макевары этой, то есть проявил инициативу, по его инициативе создана была вот эта макевара. Ее в простонародье, даже это с моей легкой самой руки, сам запустили название, значит, макевара Бадюка Шилова. К тому же он долгое время активно занимался вот ее популяризацией, личным примером и все такое. Вот. Ну и так распространилось. Поэтому все нормально. Да, без номеров. Были макевары только самые-самые первые, можно сказать, это прототипы. То есть первые, наверное, 100 штук были без номеров. Которые были выпущены в кудрявых каких-то годах, там лет 5-6 назад. Вот так вот. Все последующие только с серийниками. На металлической части, которая соединяет боек с отбойником, есть серийный номер. Можете зайти ко мне в инстаграме на канал Шилов.М. Ну вот, где вы сейчас находитесь. И посмотреть, как полистать. И вы там увидите, как выглядит нормальный макевара, значит, МБШ. Там есть где-то фотографии прямо крупным планом. Она очень высокого качества. Ни один человек, делающий контрафакт такого качества во внешнем виде, уж тем более в свойствах. Свойства вообще никто не достигает таких. Это невозможно. Для этого надо пройти такой путь, который прошли мы. Надо быть, во-первых, пользователем, то есть надо самому работать и понимать, что от макевара сам не требовать. А во-вторых, иметь возможности, такие, как у меня, чтобы конструировать это все, надо, иметь под рукой производство, где можно экспериментировать в огромном количестве. Потому что все рассчитать только на сопромате не получится. Практика, как правило, с теорией не в полной мере соответствует. То есть, конечно, все рассчитывается сначала теоретически, но доводится все на практике очень серьезно и вводятся зачастую очень серьезные корректировки. В том числе и после того, как... Не в том числе, а именно из-за того, что все снаряды проходят испытания натурные. То есть, на самом деле, на их работаешь когда, дорабатываешь определенные какие-то качества, понимаешь, что вот их надо добавить, улучшить и так далее. Понимаешь, все дефекты и все. Остальные, кто макевары подделывает, как правило, на ней либо не работают, либо не умеют толком работать вообще никак. То есть впаривают полную чухню. И потом, если вы видите макевары дешевые, дешевле, чем вот у меня, я вас уверяю сразу, что это говно полное. Потому что, чтобы не писали, что там можно сделать макевару, там, купив материалы, настоять на рынке за 1500 рублей, можно. Внешне похоже будет. Это примерно то же самое будет, что там, купив на жестяном сам рынке... Всякий металл, это можно скиянить у себя в гараже что-то похожее на Феррари. Вот примерно то же самое. Внешний вид будет напоминать, хотя это будет убого, но внешне будет похоже. Вот это примерно то же самое. Но ни качество, ни свойства, ничего не будет соответствовать абсолютно. Ни материалы. Понятная идея.
Мои макевары, они в себестоимости очень дорогие, поэтому цена, та, которая, за которую макевары продаются, она реально, ребят, невысокая. Она нормальная, абсолютно, по всем законам цены на образование на рынке, она идет. То есть там нет никаких сумасшедших накруток на там 200, 300, 400%, вообще нет. Себестоимость макевара очень высока, я вам реально говорю. Потому что они делаются все правильно, так как это положено. То есть это производство, там работают люди, за людей платятся налоги, людям платится зарплата, покупается официальный материал, есть все налоги с продаж оплачиваются, все оплачивается, все, что только можно. Оплачивается на помещение, свет, все, что только можно. Там одна себестоимость просто материальная и производственная, охуеть какая. Ну, я уже не говорю про то, сколько вложено интеллектуального в разработку. Некоторые считают, что там три доски сосколотил, какой там интеллект. Нет. Интеллектуальная собственность заключается, во-первых, в идее в самой. Потом это было патентование, да, защита интеллектуальной самой собственности. Вот. Опять же, сюда входит, опять же, товарный знак, бренд, который оплачивается постоянно. То есть там формируется все по ряду параметров очень серьезно. Материал, который там используется, он высочайшего качества. Охренительного просто. Ну, на нашего макевара просто приятно посмотреть. Они классные. Офигенные просто. Это шедевр. Я, как я сказал, это Rolls-Royce в нише снарядов для постановки, значит, ударной техники. Ну вот, так что с моими макеварами вы не промахнетесь. Ну все, ребят, чего я могу сказать. На сегодня эфир я заканчиваю. На какие-то вопросы я вам ответил, то, что просили, рассказал. Вот, 8 часов я каждое утро пытаюсь выходить в эфир, иногда не получается. Вот в интервале с 8 до 8:30 обычно я выхожу. Ловите, готовьте вопросы по тем темам, по которым вы знаете, я компетентен, на которые я всегда вещаю. Вот. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и на лайв-канал на YouTube тоже. Ну и в сообщество в социальных сетях. Все, друзья, всем пока.